Привет, капитаны! В эфире Супер Джедай. Сегодня в рубрике «Утренняя катка» мы посмотрим бой на Парсивале. Я собирался играть на Сайпане, но это скучно. Захотелось чего-нибудь необычного. Посмотрим, что получилось в итоге. Смотрите, вся наша команда пошла на левый фланг, но только один тирпиц зачем-то полез на правую. Это типичный смертник, не надо так играть. Если уж разделяться, то так, чтобы с тобой шли хотя бы еще 1-2 корабля. К сожалению, такие любители быстрого слива встречаются в рангах регулярно. Ну а мы продолжаем потихоньку что-то делать. Не сказал бы, что я тут как-то сильно зарешиваю. Просто остальная наша команда играет более толково, чем этот тирпиц. Забегая вперед, скажу, что он занял последнее место по итогам боя. И это закономерно. Назад! Крейсер противника уничтожен. Первая кровь. Достигнут конец маршрута. Автопилот выключен. Активирован автопилот. Концентрировать огонь на указанной цели. Атакован! Истребитель цвет произвел.
цели. Истребитель взлет произвел. Истребитель уничтожен. Команда близка к победе. Наша команда получила преимущество. Палатки устранены. Мне еще только 20 лет попасть в сын.
мы видим, что немецкие ракеты могут очень неплохо карать борта крылатых коллег. В итоге сочетание таких ракет с торпедами позволяет быть довольно грозным противником для других авиков на стадии добивания в конце боя. Вот такой вот получился бой. Надеюсь, вам было интересно и вы когда-нибудь еще заглянете на мой канал. Всегда буду рад встрече. Всем удачи и отличного настроения в ранговых боях. С вами был Супер Джедай.